Всем привет, с вами Спортдилер и наша рубрика Спортдилер Инфо. Как известно, из белков состоят почти все ткани человеческого тела. Белки отвечают за все биохимические процессы в теле. Согласно научным исследованиям, оптимальные интервалы между приемами белка составляют каждые 4 часа. Но как быть ночью, когда мы спим? Просыпаться посреди ночи, чтобы съесть кусок мяса или выпить сывороточный протеин? Можно, но прерывать сон, а потом безуспешно пытаться заснуть из-за заполненного желудка – не самая лучшая идея. Есть творог перед сном? Можно поступить и так. Но что делать, если вы не любите творог и другие молочные продукты? Или боитесь, что в магазинном твороге нет молока? Именно для разрешения данной дилеммы и существует такой белок, как казеин. Откуда получает казеин? Казеин является одним из основных белков молока, сыров, творога и других молочных продуктов наряду с сывороточными белками. Казеин – это белок со сложной структурой и прочными связями между молекулами. В белковой структуре молока казеин составляет 80%, остальные 20% составляют сывороточные белки. В высушенном виде представляет собой белый порошок без вкуса и запаха. Получает его путем химических реакций, проходящих при ферментативном створаживании молока. Попадая в желудок, казеин не расщепляется быстро, как сывороточный, а под воздействием ферментов сворачивается и превращается в медленно перевариваемую массу, которая длительное время снабжает организм аминокислотами. На полное усвоение казеина требуется 6-7 часов. Существует также мицеллярная форма казеина. Его получает путем механической переработки молока без химической денатурации, что дает мицеллярному казеину ряд полезных свойств. Повышенное содержание ионизированного кальция, что важно для костной ткани, высокое содержание БЦА и лейцина. Усваивается мицеллярный казеин так же долго, как и обычный казеин. Казеин обладает идеально сбалансированным аминокислотным составом и высокой питательной ценностью. В составе казеина содержится большое количество кальция, что положительно скажется на прочности костей и качестве кожи. Прием 30-50 грамм казеина перед сном полностью покроет потребности организма в белке на весь период сна. Казеин сам по себе может служить перекусом. Если вам предстоит долгий период без возможности поесть, то выпейте 1-2 порции казеина, и ваш организм будет обеспечен белком на 6-7 часов, что исключит возможность начала процесса катаболизма. Казеин, разведенный с молоком, коровьим или растительным, будет отличным легким завтраком для тех, кто не может плотно завтракать. Резюмируя, советуем принимать казеин перед сном, чтобы обеспечить организм аминокислотами на весь период сна. Или принимайте казеин между основными приемами пищи, чтобы поддерживать азотистый баланс. Или принимайте казеин как легкую альтернативу плотному завтраку. Прием казеина после тренировки также возможен, хотя разумнее принимать изолят и гидроизолят сывороточного белка. Последние несколько лет широко распространилась информация о том, что казеин является крайне неполезным продуктом, который усваивается очень плохо, провоцирует онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания и тяжелейшие формы аллергии. Но касается это только молока европейских коров. А молоко новозеландских коров якобы содержит другой тип казеина, который прекрасно усваивается и безопасен. Данные утверждения не имеют под собой никакой научной основы и являются маркетинговым ходом производителя молока из Новой Зеландии, который планировал занять весь новозеландский рынок. Казеин действительно способен вызывать аллергию из-за содержания лактозы. Это выражается в виде боли в животе и других видах расстройства пищеварения. При переваривании казеина выделяется фермент казоморфин, который является опиоидом и способствует повышению уровня гистамина, что может привести к аллергическим реакциям, в большинстве случаев легким и безопасным. Настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией врача по поводу приема казеина, если вы страдаете от пищевых или иных аллергий. В целом, казеин является очень эффективным и питательным, и за очень редким исключением абсолютно безвредным и безопасным продуктом. Любите ли вы казеин со вкусом или без? Применяете ли его на регулярной основе или только собираетесь попробовать? Ну а приобрести его вы всегда можете на нашем сайте sportdealer.ru.